И очередное заседание суда по делу экс-нардепа Александра Ефремова. Старобильский райсуд Луганской области сегодня продолжил слушать показания свидетелей. На предыдущих слушаниях некоторые свидетели обвинения заявили о давлении на них со стороны прокуратуры. В частности, экс-глава Новоайдарского совета утверждает, что его трижды принуждали давать ложные показания против Ефремова. Напомню, политика задержали 30 июля минувшего года. Обвиняют его по 5 статьям, в том числе и в посягательстве на территориальную целостность страны. Суд по существу длится уже почти полгода и пока безрезультатно.